Подарок городских властей пришелся ко двору. Детвору новые тренажеры притягивают как магнит. Какая красота! Портфель здесь побросали на лавочку, все туда. Тут мама родители выскочили, давай бегом, как говорится. Сегодня вот я сегодня шла с работы в 8 утра, да? Это уже вечером, уже приходили молодые Все хорошо, но замечание и серьезное Сергеев высказывает. Мэр города не изменяет его наблюдательность. Площадка небезопасна для малышей. Тренажеры должны располагаться в один ряд, считает он. Если это типовой проект, то от него надо отказываться. У старшего поколения есть вопросы к главе. Почему стройку в этом районе начинают в 6 утра? Сергей Сергеев поручает своему первому заместителю проверить и добиться от застройщика соблюдения закона. Земля под стройку была отдана в 2009-м. Почему тогда не было обращений в администрацию? Есть государственная экспертиза. Они ее прошли. Но по этажности я вам обещаю, что сколько есть по правилам землепользования застройки, вот ни одного сантиметра выше нет. А все остальное мы сейчас давим. Вот это тоже построил, вы думаете, кто? Это построил один из застройщиков. Понимаете? И сегодня мы будем заставлять и детские сады. Мы сейчас 3 детских сада понудили строить, тех, кто строит вот такие дома. Потому что за бюджет, если мы будем строить детские сады, мы не будем делать благоустройство, мы не будем озеленять город. Много не будем делать. Зимой будем по снегу ходить. То есть у нас не хватит средств. А бизнес хочет развиваться, но он должен с городом вместе развиваться. Бизнес только предстоит приучить к социальной ответственности. А вот общественники здорово помогают городским властям в благоустройстве родного города. Сергей Сергеев часто бывает в гостях у активистов 12-го микрорайона. Всегда готов выслушать и поддержать их предложения. Здесь очень много людей собирается, детей. У нас есть дети, допустим, которые уже в школу ходят, да? А есть мелкие, начиная с годика. Вот здесь, допустим, для самых маленьких, такие маленькие эти качельки, горочки, вот эту пешеходную дорожку сюда, допустим, продлить, лавочки поставить, для самых-самых маленьких. Мы согласны участвовать. Городские власти отсудили этот участок участника и вернули муниципальную собственность. Вернули людям, чтобы сделать еще одно уютное место для жителей микрорайона.